В Шотландии бушует сильнейший за последние 15 лет шторм. Скорость ветра достигает 260 км в час. Из-за обрыва линии электропередачи десятки тысяч жителей западных регионов страны остались без света. Закрыты школы, в аэропортах отменяют авиарейсы. В некоторых районах не ходят поезда. Местные власти рекомендуют жителям не покидать свои дома и по возможности не садиться за руль. Синоптики тем временем предупреждают, непогода в Шотландии задержится надолго. В конце недели обещают метели и гололед.